Турнир по плаванию памяти мастера спорта СССР Анатолия Зыкова стартовал в Бердске в минувшую субботу. Наш корреспондент Ирина Стафиевских узнала от местного тренерского состава, что подобные соревнования крайне важны для прогресса пловцов Новосибирской области. К тому же в этот раз именитые спортсмены Марков и Гейбель провели мастер-класс, раздали автографы и поделились секретами успеха. На тренировках мы очень сильно стараемся и делаем много ускорений. Наши самые главные конкуренты – это новосибирцы, берчане и краснозерцы. Я выбрал плавание, потому что мой брат ходит на плавание 10 лет. Я хочу таким же стать, как и он. Подпись Маркова Данила – это трехкратный чемпион Олимпийских игр. Даниил Марков – мастер спорта России международного класса. Для спортсмена 2018 год оказался удачным на победы высокого уровня. Сегодня он двукратный победитель третьих летних юношеских Олимпийских игр и первенства Европы по плаванию. Ну, до этого тоже были успехи. Первенство России я стабильно выигрываю и выигрывал. А также и взрослые чемпионаты России, эстафетные медали. И в этом году получилось квалифицироваться на взрослый чемпионат мира по короткой воде, но там по соображениям главного тренера не был включен в состав. Как все говорят и говорили известные тренеры, спортсмены, что 1% таланта, там 99% труда, это так и есть. Упорство, труд и главное желание, наверное, помощь родителей, квалификация тренера, ну, все-таки это все в совокупности дает результат. Мастер-класс проводит и Сергей Гейбель, заслуженный мастер спорта России по плаванию, чемпион и рекордсмен мира, Европы и России, чемпион Всемирной универсиады, многократный призер этапов Кубка России. Мемориал Зыкова проходит уже в 15-й раз. Турнир памяти – это шанс для спортсменов проверить свои силы и повысить популярность этого вида спорта. На водных дорожках бассейна спорткомплекса «Зимолето» соревнуются школьники среднего возраста со всей Новосибирской области. Мальчики до 15 лет и младше, девочки до 14. Бердск, Искитим, Ленёво, Красноозерск, Карасук, Куйбышев. Всего 10 команд. Это более 100 участников. Дистанции 50 и 100 метров. Многоборье. Соревнования личные. Наш тренер Зыков Анатолий Михайлович был очень грамотным, очень хорошим тренером. Каждому ребенку находил свой подход. И можно сказать, это был человек с большой буквы, который в каждом ребенке видел чемпиона. Турнир включен в календарь соревнований Новосибирской области. Отбора на этих стартах нет. Главное – проявить себя. По области и в городе Новосибирске занимается порядка 2000 спортсменов. Это в возрасте от 6 до, так скажем, 30 лет. 58, по-моему, в прошлом году было мастеров спорта у нас по области, да, в городе и по области. И человек 8, наверное, международников было. Сегодня звездочкой называют Романа Позднякова. Он многократный призер чемпионатов Сибирского федерального округа, первенства России по эстафетному плаванию. Именно ему, первому в Новосибирской области, присвоили звание мастера спорта. Когда я выбил мастера на первенство России, это был декабрь месяц, и это было в Астрахани. Там я проплыл 400 комплекс, у меня было в первый день. Я выполнил на 400 комплекс мастера. Потом в следующий день было 200 баттерфля. Я на 200 баттов выполнил мастера. Какая мечта у тебя? Ну, дойти до Олимпиады и стать победителем. По итогам турнира команда Бердска заняла 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.